Просто прыгнувший в голову. Не, не знаю. Просто прыгнувший в голову. Это шоу. Это шоу. Спортсмены Богдан Тылыце, Украина, Покривчак, Михайло, Словакия. После них кадеты Люксин, Богдан, Украина, Гафуров, Ибрахамуджон, Узбекистан. Дальше юноши Шульга Владислав, Украина, Исабаев Нурсултан, Узбекистан. После них мужчины 18-35 лет до 82 килограммов, Опанасенко Владимир, Скоренцов Валерий. Thank you.
Победу по решению судей получил Pokrivchak Mykhailo, Словакия. Он выходит в финал соревнований. Мykhailo Bogdan проведет поединок за третье место.